Всем привет! Сегодня маринуем шампиньоны. У меня вот такие маленькие шампиньоны, нужно брать маленькие. Если возьмете крупные, то лучше нарезать их пополам или на 4 части. Что нам для этого нужно? Значит, шампиньонов у меня килограмм, 300 миллилитров воды, десертная ложка сахара, столовая ложка соли, у меня соль крупная, 4 зубчика чеснока. Здесь 2 лавровых листа, 2 гвоздики и несколько горошин черного перца. Ну, штучек, наверное, 10. Дальше здесь 3 столовые ложки подсолнечного масла. Если хотите, можете сделать побольше, но я не люблю сильно масляный, поэтому у меня только 3 столовые ложки. Здесь 60 миллилитров уксуса столовый 9%. 1 чайная ложка без горки кориандр молотый. Можно взять в горошины. Что мы делаем? Наливаем в кастрюлю воды. Значит, соль. Соль у меня такая столовая ложка без горки. Не бойтесь, соленая она не будет, потому что шампиньоны берут столько, сколько им надо. Больше не возьмут. Сахар. В общем, бросаем все, кроме чеснока. Лавровый лист, гвоздику, горошек. Подсолнечное масло. Уксус. Кориандр. Все перемешиваем. Даем закипеть. Закипает вода очень быстро, потому что мало воды там. На самом деле шампиньоны еще пустят свой сок, поэтому этой жидкости достаточно. Перемешиваем. И закрываем крышку, варим 10-13 минут. Посмотрите, прошло всего 3 минуты, а уже сколько сока дали шампиньоны. Вот уже. Дальше варим еще 10 минут. Так, шампиньоны наши готовы. Прошло у нас ровно 13 минут. Этого достаточно. Значит, здесь у меня в баночках, у меня было 4 зубчика, по 2 зубчика вот нарезала в баночке. И маленький вот у меня перчик такой, кусочек, потому что острый. Если кто не хочет, можете не добавлять. Заполняем наши баночки. Сначала распределяем шампиньоны. Значит, лавровый лист в каждую баночку. В другую баночку. Теперь эту баночку. Еще раз вместе. Теперь заливаем маринадом. Если есть, конечно, по веточке укропа свежего добавить, было бы хорошо. Так, сюда. Так, чтобы полностью накрыть. Так вот. Чуть-чуть освободим чуть-чуть местечко, чтобы для маринада. Я чеснок добавляю в конце в баночки, чтобы они не сварились с маринадом. Я не люблю вкус вареного чеснока, поэтому лучше сделать как бы так вот маринованный, чем вареный.
Закрываем крышкой. Даем остыть. Затем кладем в холодильник хотя бы на ночь или хотя бы на 6-7 часов, чтобы они замариновались. Как только пройдет 6-7 часов, можно будет уже кушать. Вот так вот они выглядят. То есть они уже готовы, но лучше дать им остыть, чуть-чуть промариноваться. Наши шампиньоны готовы. Они уже остыли. Вот всю ночь они простояли в холодильнике. И можно уже кушать. Посмотрите, какой маленький. Единственный минус, вот его, он очень быстро заканчивается. Ну, просто за один присест, вот этот здесь, вот одна банка 500-граммовая получается. Съедается он быстро. Если делать так, уже, наверное, килограмма 3 за раз, чтобы хотя бы на пару дней хватило. Ну, то есть он вкусный и, ну, съедается быстро очень. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока.